Конечно, ваше дело решать. Но со своей стороны могу предложить одно дело. Оно мне по зубам. Нелегальная работа за границей. Я изучаю испанский язык и работаю на вас. Ну, скажем, в Аргентине. Скрываясь под личиной хозяина ночного кабаре. Ничего. Ну, о том, что я могу сыграть эту роль, можете не сомневаться. Вы меня видели на сцене? Видел. Так слушайте дальше. Днем от вас приходит человек и говорит: человек, вам официант нужен? Ответ: был нужен, да уже взяли. Человек: а может и я на что сгожусь? Ответ по-испански: Буэнос-Айрес, шлемазл без самемуча. Ничего. А вечером в танце я передаю вам сведения. Смотрите. Это означает: ко мне приходить опасно.